В венгерском городе Сегед местные власти закрыли на зиму все культурные и спортивные объекты. Цены на отопление слишком высоки, а государственной помощи недостаточно. В числе закрытых оказался Национальный театр – огромное историческое здание с отделениями драмы, оперы и балета. Но расписание репетиций для труппы никто не отменял. В итоге артистов приютила компания «Пик», знаменитый производитель салями. Один из неиспользуемых корпусов мясокомбината, тоже закрытый был из-за энергетического кризиса, быстро превратили в репетиционный зал. Для нас это расходы, но не обуза. Мы очень рады взять на себя поддержку нашего национального театра. По словам артистов, даже во время пандемии коронавируса они находили возможность репетировать в собственных стенах. Сегодняшняя ситуация тоже непростая, но настроение труппы от этого не падает. Мы становимся только решительнее, когда сталкиваемся с трудностями. В такие моменты наша сплоченность, наш творческий потенциал становится лишь сильнее. Мы еще больше хотим выйти на сцену и приветствовать зрителей. Предполагается, что вернуться в свое здание труппа сможет в начале марта, а уже в конце марта Национальный театр Сегеда возобновит спектакли и представления.